Как вас зовут? Раидана Захария Семенович. Ага. И расскажите, как вы вот потеряли сознание, что вы там видели? Чтобы люди узнали, что действительно есть мир другой, не только эта жизнь. Был на работе и потерял сознание. И на том свете сразу. Ага. Бога видел. То, как по картинке там видел. Ага. То цветное все, травка зеленая, цветочки везде. Ага. Чистота везде, порядок, никакой там листья, никакой. Да, нету даже таких нет, желтых листьев. Нет, все нет, зеленое, нет, трава все красивая. Да. Ага. Все сразу. И людей мало. Людей мало. Может там другое место, где я был, там людей мало. Угу. И так. А он что-то вам сказал? Нет, нет. Так он посмотрел на меня так и рукой махнул. Угу. Ну, в общем, вы с ним телепатически общались. Да. Он вам мысли послал, что да. Вам рано пришло, и вы должны назад на землю. Да. И пришел сам к себе, сам к себе пришел. Сам. А второй раз, когда вы потеряли сознание? Второй раз уже это, когда мне укол поставили под лопатку. Угу. То я аллергии что такое потерял. И быстро вернулись, ничего не видели, да? Нет. А вообще, вы говорите, 21 раз потеряли сознание. 21 раз. Я... Ну, вы как этот Наполеон, он тоже терял сознание, что-то видел там. Потом раз в Бельцах пошел зубы рвать, поставили на локаин тоже, в шоком состоянии. И тоже ничего не видели или видели? Ничего. Но Наполеон падал, вот, и вот у него тоже приступы были такие эпилептические. И говорит, видел все, что будет в будущем, всю битву. Так что вы одаренный человек. Потом дома два раза терял сознание. Уже сейчас вот и почувствовал, что падает, хотел за стол и упал. Не ударился, ничего и так далее. Да, ну вот ваше мнение какое, что мы только есть физическое тело или мы душа бессмертная. И потом через пару недель, как упал, с ног свалился. Свалился и ударился в сене. Все черная эта сторона. Ну, Бог бережет вас. Я понял, потому что я воспитан в детском доме, воспитан, что Бога нет. Ага. А потом у меня в жизни было с этой ногой. Угу. Вы с колена. Угу. Пошел туда. В больницу сделал снимок, это нормально. Как нормально, если я не могу рядом поставить. Это так смотрится сюда. Угу. Шел я домой, там у нас был один, работал на пекарне Володя. И он подправлял, говорит, иди домой, вечером приду к тебе, готовь там самогонку или тройной деколон. Пришел он вечером, положил меня на диван. Чуть нас легонько назад раз поставил на место. Угу. Прошли годы. И вырос вот такой кость. Вот кость выросла. Да. Угу. Вот и пошел я в Бельцах в 90-е годы. Он говорит, будем оперировать. А то он подумал, смогут оперировать, или нога не будет сгинаться или что-то другое. Покойная моя теща, она завораживала детей одно другое. Я прихватил от нее этот дар. Да. Ага. И давай попробуй. И попробовал. Три сеанса сделал я сам. Понедельник, еще раз понедельник, еще понедельник. Три понедельника? Да, до восхода солнца. Солнце не вышло. До восхода? Да, да. Ага. Утром, рано. Ага. Первую неделю сделал, не почувствовал. Вторая неделя, понедельник, нет. А в пятницу почувствовал. Как воду пьешь, в желудке буль. Угу. У меня тут вот булькала вода. Булькала вода? Да. Ой, блин. И жена показывает, это вот та вода. Я знаю, Бог знает. А что вы сказали там?
там отцы наши, uh-huh. и надо кость, мертвую кость найти, uh-huh. той кости крестить. Крестить мертвой да, кости. Да, и uh-huh. говорит, откуда болезнь пошла, туда, что болезнь ушла. Uh-huh. И сделал третий сеанс, и вода отсюда ушла, и кость ушла, и пошла. Ой, какое здорово! И после этого сиди, пошел до хирурга, бельчик, я ей показываю, говорит, а кто тебе оперировал? Я говорю, ты же умный человек, хирург, оперировал шрам, шрама-то нету. Да. Он говорит, а что ты делал? Вот это доказательство, что Бог любит вас. Сейчас шрам у меня, или спорот. Антисконтат. Да? Да, антисконтат, он шалан мор требует. Ну, шалан мор, видите, я двигаю. Какой шалан мякуи? Надо все равно так. Кусок кости какого-то мертвого животного. Любая. Берешь и ставишь. Бекини, или свинарь, все равно. От собаки, от быка, от кого хочешь. Любая. Морта мацчи. Или от кошки. Кость мертвого животного. И утром. Ну, и ну, да, приедем еще шалан. А что нам шалан? Ну, дальше шраму то-то трепут. И шрам рассосался. Ну, это я не имени, где у них шрам. Никто ничего не... Я смотрю с компуса на АПО. Шапа и Раича, да, АПО. Там скапливалась вода, и вся эта вода вышла, вытекла. Куда сюда? Вытекла, потому что организм так справился, по воле Божьей. Человек верил, сделал молитву утром, в понедельник. Я вам шрам, но, блядь, не дисконтация. Так, ну, это его. Я сумму требую. Да. Надо, чтобы сам человек себе. Тата Ностро. Да? Отче наш. Да. Читаешь, потом. Три раза. Потом круче, три делаешь три раза крест. И три воли читаешь Тата Ностро. И три раза Отче наш читаешь. Да. Три воли фас круче. Лок, сяло. На то место, где болит. Да. Шеди дюни бало вини, такого. А потом говоришь, откуда пришла болезнь, туда и пусть идет. И веришь в это, и ждешь. Так и видел, тонечко рядом Думнездо, когда Думнездо есть. И тогда он понял, что да, Господь видит нас и помогает нам, и Он да, есть, и Он да, вылечил. Да. Да, он. Да, спасибо вам, очень было приятно познакомиться. Да. В следующий раз еще расскажете. До свидания.